Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Оригинальный дизайн подставки вмещает много вещей и легко вписывается в любой интерьер. Здесь видно подставку саму, куда всовывается дерево. Размер 150 на 170. Материал дерево. Фанера березы и УФ печать. Очень много различных дизайнов. Ну и давайте последнюю покажу. Здесь их еще очень много. 99 рублей. Фоторамка. Новинка. Рамка на два фото. Венеция 10 на 15. С паспорту. Мне вот нравится, когда паспорту. Состав МДФ и стекло. У нас появился рюкзак. Изготовлен из полиэстера. Вот таким образом выглядит. Кармашек на молнии. 99 рублей. Вот какие сумочки. Или это... А, это косметичка. Похоже на кожаную. Ну, естественно, она не кожаная, но вид отличный. Внутри без кармашков, на подкладке. 99 рублей. Состав полиэстер, сталь и нейлон. Симпатичные часы за 199. Диаметр 25 сантиметров. Состав ПП и сталь. 199 рублей. Опять новые игрушки. Теперь уже за 199. Пингвинчик такой. Олень. Больше похож на мишку. И мышонок. Ну, сшито вроде ничего, аккуратно. Опять привезли очень много пупсов в комбинезоне. Смотрите, целая куча. И сколько стоит пупс? 99 рублей. Мягкое тельце и резиновая голова. Канцтоваров сейчас почти не завозят. Остались вот такие, все, что было. Так, а вот что такое. Такое я не видела. Что-то я ничего на русском вообще не найду. А, мягкий пластилин. Это вот новинка. 12 цветов. 77 рублей. Ну и все. Сейчас ближе к Новому году, конечно, повезут различные игрушки, посуду, но никак не канцтовары. Поэтому канцтоваров новых нет. Книги, конечно, меня привлекают. А вот какая огромная книга «Настоящие друзья». Энциклопедия интересных фактов. Ну, что здесь только не придумают. Лишь бы наши дети развивались. Рыбки. И все такое яркое. Различные животные. Стоят, конечно, 199. И вот такие бывают. Загадочные животные. Размер, конечно, очень большой. Грозные охотники. Необычные таланты. И очень много, вот целая пачка этих книг за 199. И такие книги тоже. Сказки о рыцаре. И цены 199. Кофта женская. Я сначала подумала, что это плед, а это кофта женская. Не знаю, мне совершенно не нравится. Сделано в Кыргызстане за 199 рублей. Состав 100% полиэстер. Единственное, сейчас покажу, какие здесь есть расцветки.
Вот это еще более-менее расцветка. Они такие мягкие-мягкие. Похожи на тряпочки, которые для уборки. Потом вот, смотрите, с журавлями. И с бабочками. Плюшевые брюки. Я помню, такие ездили, такие искали. Сейчас модно в этом году было летом. Полностью костюмы были плюшевые. Ну, они, конечно, не плюшевые. Сейчас посмотрим. Полиэстер и эластан. Ну, похож на плюш. Разные расцветки. На самом деле он такой темно-синий. А здесь он какой-то ярко-синий. На самом деле темно-синий. Так, там был 44 размер. Здесь тоже 44. И смотрите, какие еще есть. И размер 42-44. Других размеров у нас нет. Так, я возвращаюсь вот к этим кофточкам. И к ним, оказывается, идут штанишки. Это пижамы. А для пижамы это очень хорошая кофточка. Я сначала сказала, что мне не очень нравится расцветка, а для пижамы нормальная. И смотрю, здесь люди меряют, берут. Нравится. И розовые, и бежевые. Как для пижамы, то да, отлично. Просто мягенькая, тепленькая. И, в общем, будет костюм стоить 400 рублей. Еще лосины. Размер 134-68, детские. Так, состав 100% хлопок. И на ощупь прям классные. Очень хорошо сшиты. Просто бесподобные. И я смотрю, разные расцветки есть. Есть побольше, поменьше. Видите? Стоят такие это лосины 99 рублей. Смотрите, привезли манишки детские. Двух цветов. Просто отличные. У нас два цвета. 199 рублей. Прищепки, клипсы для полотенец. Между прочим, хорошая вещь. Мне такое, такие нравятся. Материал металл. Отличное решение. В комплекте 5 штук. И стоимость, наверное, 50 рублей, 51. Такие красивые доски разделочные. Толстенькие, я их уже как-то показывала. Сейчас опять на них наткнулась. 199 рублей. Ой. Доска разделочная 36 на 27 сантиметров. Мне нравится она. Есть разные расцветки. Вот такая есть. И такая. Вот это, наверное, самая красивая. За 199. Отличный набор эластичных крышек. Они универсальные. Можно использовать для чашек, банок, салатников и даже половинок продуктов для защиты от затвердения. Это средние. Их 3 штуки в наборе. Это маленькие крышки. Здесь 4 штуки. До 10 сантиметров растягивается, а средние до 15 сантиметров. И еще есть большие. Здесь размер L. Входит в набор 2 штуки и растягивается до 20 сантиметров. Состав силикон. Стоимость таких крышек 77 рублей. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.